торжественной обстановке в историко-культурном центре юные жители Ленинского городского округа готовятся получать свои первые паспорта. Данное событие стало уже традиционным. Получение паспорта – важный шаг в жизни каждого гражданина. В этот день документ, удостоверяющий личность, получили 14 юношей и девушек, которым в минувшем месяце исполнилось 14 лет. Поздравить с этим событием и вручить документ пришел первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Ну что можно пожелать молодому человеку, да? Конечно же, хорошо закончить школу, конечно же, получить достойную профессию, конечно же, вернуться к нам на родную землю, на наш Видновский край. И самое главное всегда быть гордостью и радостью, конечно же, своих родителей. Поддержать ребят пришли и их родители, поздравления от которых звучали со сцены. С напутственным словом также выступил заместитель председателя Совета ветеранов Борис Зарицкий. Не только с получением паспорта у вас появляются права и обязанности, но и появляется весьма существенная ответственность. Ребята отмечают, что подобная торжественность приятна, однако как сейчас использовать паспорт они пока не придумали. Пока что для меня главная задача – это хорошо выучиться и вырасти хорошим человеком. Ну, нас подготавливают к взрослой жизни, я так считаю. На празднике ребята смогли блеснуть талантами. Получивший в этот день паспорт Даниил Воскобойников исполнил песню о России, напоминая ею. Быть гражданином – значит любить свою страну и заботиться о ней. Вместе с паспортом юные граждане Ленинского городского округа получили лимитированные обложки на свой документ. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.